В данном видео я покажу, как воспользоваться в программе GIMP таким инструментом, как Lasso. В прошлом видео я показывал, как можно удалить прыщи с помощью инструмента штамп. Покажу на этом же примере, как можно воспользоваться инструментом Lasso для того, чтобы добиться похожего результата. Открываем наше фото. Сделаем его копию. Инструмент Lasso предназначен для того, чтобы выделить какую-то область, скопируйте и, допустим, перенести на необходимую область. Для этого выбираем инструмент Lasso, создаем необходимую область, допустим, создадим часть текстуры кожи, которую хотим перенести на небольшой дефект кожи, который хотим скрыть. Для этого нажимаем левой клавишей мыши и, не отпуская ее, проводим и замыкаем на том месте, откуда начинали. Отпускаем. Теперь видим, появилась муравьиная дорожка, она обозначает наше выделение. Нажимаем Ctrl-C и нажимаем Ctrl-V. Теперь, зажав вот эту выделенную часть левой клавиши мыши, перетаскиваем ее на необходимый фрагмент. Также проделываем с другими участками кожи. Нажимаем на пустое место, чтобы наше выделение исчезло. Делаем новое выделение. Ctrl-C, Ctrl-V. Перетаскиваем. Здесь делаем аналогично. Ctrl-C, Ctrl-V. И как видим, мы буквально за несколько секунд добились необходимого результата. Вот фото до, вот фото после. Естественно, какие-то артефакты мы можем удалить с помощью лечащей кисти, либо заретушировать их. Используя на таких текстурах, как кожа, рекомендую вам растушевывать края, для того, чтобы края не получались резкими, а более плавными. А на этом видео заканчиваем. Все, спасибо.